Хронические заболевания могут способствовать развитию сонной болезни. Такое мнение сегодня озвучил гендиректор Национального научного медцентра Абай Байгенжин. Напомню, из села Калачи, что в Акмолинской области, в столицу привезли 4 пациенток в возрасте от 48 до 75 лет. Все они спали. После длительного обследования выяснилось, что у каждой из них уже был букет заболеваний. В частности, 2 из них перенесли инсульт, 3-я страдает сахарным диабетом, еще 1 – анемия. Им назначена патогенетическая терапия. Сейчас пациентки чувствуют себя лучше, они пришли в сознание. Как заверяют врачи, в крови жительниц сонного села токсинов не обнаружено. Если это связано с каким-то токсическим явлением, то за то время, которое произошло с момента их заболевания до момента поступления, прошло достаточно продолжительное время, и мы, если она даже находилась в крови, она давно уже улетучилась. Поэтому мы начали лечить всех пациенток в соответствии с теми хроническими заболеваниями, которые у них есть, было, и на сегодняшний день показатели намного улучшились.